Так, мариновалось мясо. Часов 6. Вон, толстенькое такое, видите. Сейчас, на 3 сковородочку. И все. На 3? Да, на 3 часика. Ну вот, завернули. И сковородочку. Ну, время пошло. На небольшой огонь. Так, и этот маринадик оставим, потому что он просто чудесный. Он просто чудесный. Потом сверху мясо полить можно. Вот. Мясо. Влага начала выходить. И сквозь фольгу уже она начала испаряться, масло вспыхает. В общем, процесс хороший. Так, вот мы сняли крышечку, прошло часа полтора, два. Сейчас будем разрезать и дожаривать дальше. Мясо, оказывается, уже готово, оно уже просто разламывается. Великолепно. Тем маринадиком полить так еще. Вот я разрезал мясо. Сочное даже осталось. Все, фольга. В принципе, фольга. Сейчас 20 при маленьком огне. Класс. Интересно.